Соревнованиями по стритболу отметили День молодежи в Нижнем Тагиле. Игры 3 на 3 прошли на площади у Дворца культуры имени Окунева. Там организаторы установили 10 стоек и смогли принять 102 команды. В результате 4-часовой борьбы в своих категориях были определены 13 сборных победительниц. Урал-вагонзавода пьедестал почета замкнули спортсмены цеха 630. Серебро завоевали представители отдела 48. Золотые медали достались чемпионам цеха 130. Следующий этап баскетбольных баталий пройдет 13 июля на летней площадке Старого Соболя. Определять сильнейших будут среди отрядов мэра и молодежных организаций города.